Приветствую вас на канале HardReset.info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy M12 изменить время тайм-аута экрана. Для этого в первую очередь открываем настройки. Затем переходим в раздел дисплей. И видим здесь опцию тайм-аут экрана. Можно установить ее на 15, на 30 секунд, на 1, 2, 5, 10 или даже 30 минут. Я установлю на 2, и мне этого будет достаточно. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!